У Гомельской области еще один замежный партнер. Подчас сегодняшней видеоконференции подписано погоднение в супрацовництве у гандлево-экономичной, науково-техничной и гуманитарной сферах с самокированием венгерской области Дьор-Машон-Шапрон. Сегодня узровень супрацовництва Гомельской области с Венгрией нельга назвать значным. По выниках минулого года взаимный товарооборот склал крыху больше, как 7 миллионов долларов. Подчас онлайн-видеоконференции старшиня облвыканкама Геннадий Соловей каже, что Гомельщина открытая для больше активного взаимодействия. На сегодняшний день в Гомельской области заключено 70 соглашений о сотрудничестве с 20 странами ближнего и дальнего зарубежья. Это говорит об открытости нашей экономики и готовности к плодотворному взаимодействию с зарубежными партнерами. Сегодня Гомельская область – это высокоразвитый регион Республики Беларусь, обладающий квалифицированными трудовыми ресурсами, значительным научным потенциалом, привлекательными условиями ведения бизнеса, а также богатыми природными ресурсами. Сегодня предприятия региона экспортуют выробы из металла, лесоматериалы, шкло. У свою чергу с Венгрии завозятся леки и продукты харчевания. Початком супрацовництва Гомельской области непосредственно за кругой Дьор-Машон-Шапрон можно лечить летошнюю рабочую поездку в Венгрию первого наместника старшини облвыканкама Игора Чеснока, который выучал мясовый опыт по развитию птушкогадовли. По выниках визита у адрес выконавчего комитета поступил официальный лист от президента мясового самокирования округи Дьор-Машон-Шапрон Золтана Немета с пропановой усталявання міжрегіонального супрацовництва. Адповедное погоднение баки подписали подчас сегодняшней видеоконференции. Документ предугледжвае взаимодействие во всех сферах – гандлево-экономичной, науково-техничной и гуманитарной.